Миру, мэру, мир. Дорогие друзья, ну, на самом деле, трудно оценивать мне, как человеку, который является кинокритиком, у которого один из любимых фильмов «The Snatch» Гая Ричи. Из которого он остался транс, который используют в качестве городского головы. И, честно говоря, очень сложно, ну, определять победителя. Вы знаете, ну вот, читаю очень много там в интернете лишнего. Говорят, что нынешнее поколение — это клиповое поколение, то есть люди, которые не могут читать долго книги, смотреть долго кино, которые хотят все так выхватывать информацию, так раз, и вот получать ее. На самом деле, действительно, с развитием вот такого информационного общества, вот за такое короткое время мы смогли с вами посмотреть несколько, точнее, большое количество интересных работ. И, наверное, в этом прелесть клипового поколения. Итак, перейду к делу. Стендап прекращаю. И премию